Опять ты пришел, а? Как ты не даешь мне попить пивка немножко? Сегодня выходной день у нас. А ты вот встал и прямо стоишь. Ну, муж, давай. Иди, работай. Выполняй свои рабочие функции. Пойдем работать. Хватит сидеть, пиво. Теперь же человек сидит и пьет, пьет пиво, бля. Как ему телевизор не надоедать, да? Смотреть. Такое пивко, первое фирменное пиво, называется Жигулевское, светлое, пастеризованное. Хватит. Родственничек пришел тут и начинает ему хватит сидеть, мозги как посидеть, давление создает какое-то. Куну только явился этот родственник. Хош? Ты стоишь на пушку. Иди отсюда и работай там.